четверг в Самарской области облачно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем 13-15, тепла ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 8, северо-восточный ветер, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти на небе облака, днем плюс 13, ночью плюс 6 градусов, ветер восточный 5 метров в секунду. В Самаре облачно и без осадков, плюс 13 градусов днем, ночью плюс 6. Ветер восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 52%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.